Минус миллиард на такую солидную цифру Ярославской области удалось за короткое время сократить долги за газ. В январе они составили 2,7 миллиарда рублей, теперь почти 1,8 миллиарда. Председатель регионального правительства призвал глав районов не останавливаться на достигнутом, а продолжать активную работу в этом направлении. Обращаться с исками в суды по взиманию долгов, отстранять от работы те управляющие компании, которые своевременно не рассчитываются с ресурсоснабжающими организациями. Среди лидеров черного списка Рыбинское муниципальное предприятие «Теплоэнерго», задолжавшее почти 200 миллионов, Переславский технопарк и 130 миллионов, ряд других организаций. Должников призвали изыскивать дополнительные источники финансирования, кредитоваться, но за газ платить без задержек.